Обновление и оснащение одной из четырех функционирующих лабораторий на кафедре теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного технического университета – событие значимое. Потому перерезание красной ленты, которая символизирует старт новой страницы в учебном процессе – ритуал обязательный. Настоящий каталог отопительного оборудования по системам водяного отопления в различных модификациях и кондиционирования – подарок Брестскому учреждению от частной австрийской компании, которая пока еще не так известна в Беларуси, но уже знакома во многих европейских и азиатских странах. Для нас является важной сферой образования поддержка учащихся и студентов при помощи новинок в области технического оборудования. Мы уверены в том, что сегодня есть такая необходимость. Речь идет не только о белорусских вузах, но и зарубежных учебных заведениях. Студенты нуждаются в информации о последних технологиях. После окончания университетов они смогут работать не только в Беларуси, но и в международных организациях и структурах. Работа преподавательского состава, наоборот, не облегчится, она увеличится, но это очень здорово. Вы знаете, когда студенты просто приходят, и они видят, что здесь у нас в лабораториях все самое современное, отношение у них соответствующее. Поэтому это очень здорово. И просто преподавателю, невзирая на возросший объем работы, будет приятно прийти в эту лабораторию, в которой он может показать им и функционировать современных систем. Новый гидравлический лабораторный стенд для человека нетехнической специальности, как картинка космического корабля. Трубы, проводки, счетчики, детали, различные механизмы и приборы. Но цели и задачи вполне земные. Здесь будут проводиться теоретические лекции, практические занятия и лабораторные работы. Помимо этого, я хочу сказать, что некоторые аспекты для преподавателя будут тоже полезны, потому что в таком объеме, вот как здесь представлено, мы можем не только учить студентов на первой форме высшего образования, когда они будут получать только в течение там, 4 или 5 лет высшее образование. Мы можем здесь выполнять и магистерские диссертации. Новая техника приобретена в рамках договора спонсорской помощи. Вне соглашения компания «Герц» подарила университету большой объем литературы. Это наш первый, но не последний шаг в работе с Брестом. И в дальнейшем мы будем стараться поддерживать и углублять наше сотрудничество с Брестским государственным техническим университетом. Виктория Нечаева, Андрей Щербан, Тун Луговкин, телекомпания БукТВ.